Подарок ко дню города получила гимназия номер 1 имени Франциско Скорины. Учреждение образования получило современный центр интеллектуальных игр «Академия шахмат». Подходим, да, каждый тут кусочку. Поместимся мы тут все. А привод. Гости пообщались с юными шахматистами, сыграли блиц-турнир. Я с удовольствием сегодня в этой школе нахожусь, потому что это моя родная школа. Здесь я пришла в первый класс и закончила 10 лет. Вообще здесь училось 5 поколений моей семьи. Поэтому я признательна этой школе, гимназии, за вот такое хорошее воспитание детей, потому что они действительно хорошие у меня. Хочу подарить вам вот этот сертификат. Я думаю, вам пригодится для развития клуба. В этом году, во-первых, мы расширили круг команд, которые посетили наш турнир. В этом году приехали к нам команды из России, это команда Великого Новгорода, команда Смоленска. Поэтому мы завязываем новые знакомства, начинаем дружить с другими клубами, нас это очень радует. Гимназия номер 1 уже не первый год становится эпицентром шахматных баталий. Учреждение образования Полоцка уже 4-й год действует шахматный клуб «Дебют», где ученики осваивают шахматное мастерство.